На повседневную носку сотового телефона в войсках не будет. Это связано, естественно, с выполнением режимных мероприятий. Есть понятие государственной тайны. Не везде можно сотовым пользоваться. Но в личное время командиры выдают нашим парням, военнослужащим, сотовые телефоны для того, чтобы парни позвонили родителям. Причем прошла апробация, и мы сейчас ввели это в ранг, скажем так, необходимости. Каждому призывнику на сборном пункте перед отправкой выдаются по договоренности с сотовыми операторами две сим-карты. Одна у призывника, вторая у родителей. И где бы парень ни находился, вот общение между этими двумя сим-картами, оно бесплатное. Бесплатно можно звонить, и мы заинтересованы в том, чтобы парни с родителями общались, разговаривали, делились там новостями. Доблестная армия заботится. К сожалению, наше время в прямом эфире подошло к концу. Спасибо огромное за участие в работе нашего пресс-центра. Смотрите нас на канале «Россия-1», «Россия-24», также на сайте вести42.ру. Слушайте радио «Россия», «Маяк Кузбасс». Спасибо за внимание. Всего доброго.